Лос-Анджелес. Анджелина Джоли отметила день рождения дома. Гости – шестеро ее детей. На связи онлайн отец Джон Войт и бывший муж Брэд Питт. Хочу, чтобы она была счастлива. Желаю ей добра. Накануне юбилея Питт на мотоцикле объехал магазины. Искал подарок? Ждет на улице, когда я погашу свет. Сама Анджелина в свой день рождения пожертвовала $200,000 в фонд правовой защиты. Напоминаем, Анджелине на этой неделе исполнилось 45. Клуб 45. Это не про возраст. Сразу три красотки за полгода похудели на 45 килограммов. Кристина Агилера, Джессика Симпсон и Адель. С актрисой Джессика Симпсон занимался тренер Харли Пастернак. У Бориса Пастернака есть стихотворение «Любить идти». У этого Пастернака метод тот же. Обязательно надо проходить 12 тысяч шагов в день. Кристина Агилера лучше посидит на крылечке. Она лишь перестала переедать. Адель похудела после нервного развода, но теперь нервы сдают у актрисы Сары Полсон. Стройная Адель стала точной ее копией, и кто ее просил? Но участников клуба плюс пару кило в талии все же больше. С животиками из самоизоляции не выбежали, а медленно вышли. Лос-Анджелес, Леди Гага и Дженнифер Гарнер. Ого, значит, из дома выкладывали обработанные снимки? Я тут ни при чем. Дочь Ким Бейсингер, 24-летняя Айленд, унаследовала от мамы длинные ноги. Но после самоизоляции мышцы потеряли тонус. Даже самая дисциплинированная звезда Гвинет Пелтроу расслабилась. Вот ест в машине на улице Лос-Анджелеса. У Кортни Кокс хватает силы воли донести еду до дома. Беверли Хиллз Микки Рурк нашел в гардеробе то, что на нем еще застегивается. Адам Сэндлер молнии не любит, носит футболки и гордится своим животом. Джона Хилл открыл пляжный сезон в Малибу, а это большая радость.